Бисмиллахи ррахмани ррахим. 16 урок. Исламский этикет. Этот урок посвящен исламско-нравственной этике, которая относится к приветствию салямам, радушие, принятие пищи и питье правой рукой, произнесение имени Аллаха перед едой и его восхваление после еды, восхваление Аллаха чихнувшим, ответ чихнувшему, если он восхвалил Аллаха словами «Ирхамук Аллах». Да смилуется над тобой Аллах. Посещение больного, сопровождение погребальных носилок для совершения молитвы и погребения. Соблюдение норм шариата при вхождении в мечети или в дом, при выходе из них и при отправлении в путь. Соблюдение этикета в отношениях с родителями, родственниками, соседями, старшими и детьми. Поздравление с рождением ребенка и с женитьбой. Выражение соболезнований и другие нормы исламского этикета. В том числе и в том, что связано с надеванием одежды и обуви и их снятием. Важные примечания. Приветствие. Наилучшим вариантом приветствия – «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Важные примечания. Приветствие. Наилучший вариант приветствия – «Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату». Желательно приветствовать всех, вне зависимости от того, знаешь ты их или нет. Ответ на приветствие является обязательным. Принятие пищи и питье правой рукой. Это является обязательным. Есть следует тремя пальцами. Также желательно давать и брать что-то у другого правой рукой. Произнесение имени Аллаха перед едой, то есть бисмилля. Восхваление Аллаха после еды. Таким образом, как передается в сунне. Например, «Альхамду лилляхи ллязи ат'амани хаза варазакани мин гайри хаулим минни валяку». Есть следует ту пищу, которая ближе к тебе, и не следует осуждать еду.